выпуска. Осталось уже мало. Остались в самолете. Что здесь есть? Ноутбук, кино. Все есть. Там сидят пилоты. Так, нам надо взять лимон. Ну, все это взять. Надо взять мэри. Взять зажигалку, нажмем на Tab и зажмем Mary. И нажмем на E и выпьем. Все. Потом идем туда, где мы сидели раньше. Все уже знаете. Попадаем по тому острову. Так. Здесь эта игра как здесь надо запускать на острове и как сражаться с акулами, строить дома и много другое. Это очень интересная игра. Так, давайте поищем кораблей. Так, надо здесь поискать сундуки еще. Они вот, может, там они есть. Там какой-то затонувший лодка, по-моему, есть. Здесь нет. Сундуки бывают около берега. Пойдем в ту сторону. Давайте возьмем все это. Пойдем на всякий случай. Ну, нож, если что. Там. Я зачем нам привет. Охотиться на акулу. Так. Пошлите нам туда, туда. Здесь, по-моему, в этом острове нету нигде ни сундуков. Пошлите на другой остров. Так. Я ничего не выкинул нож, извините. Так, давайте попробуем. Так. Мне позвонил друг, извините, пожалуйста. Что так вышло? Давайте пойдем на ближайший остров. Давайте на все.
некоторые сами делают. Акулу куда-то исчезли, она попала. Мы почти что пришли на остров. А, еще не покатайтесь. Вот там есть что-то. Водой. Посмотрите. Там есть какой-то значит корабль. Давайте возьмем нож. Вот. Здесь что-то должно быть. Вот я вижу сундук. Вот, давайте откроем. Здесь есть мачете. Хорошо. Больше здесь их нет. Мачете очень нужная вещь. У нас заканчивается кислород. Да. Так, возьмем грабли. То есть весла. Давай здесь пойдем. Акула здесь есть. У нас здесь мачете, чтобы убить. Мы почти что пришли к острову. Если здесь будет 50 лайков, то мы снимем вторую часть трека Deep. И не забудьте поставить лайки. Подписывайтесь на канал. В этой игре много акул. Пришли, можно слезать с лодки, с любки. Так, здесь сундуков я еще не вижу. Там есть акула, может на нее поохотиться. Здесь тоже нет, по-моему, сундуков. Ну, я не знаю, может, мы не все видим, неправильно смотрим, где они располагаются. Но здесь их нет. Давайте сделаем топор. Бросим один камень и одну руку. Для этого крафта нам нужно два юки, один дерево и один камень, и все. А, извините, одна юка. Давайте нарубим себе дерево. Давайте соберем кокосы и покажем, как их нужно кушать, как их ломать надо. Берем.
стукать. Бить. И вот. Берем это и можно его кусать. Так, давайте. Можно здесь посмотреть время. Часы. Нажав на английскую F. И на этой серии мы заканчиваем. Я напомню, что если вы наберете 50 лайков, то мы снимем вторую часть Threatened Zip. Не забудьте поставить лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.